Строительство моста через Тьмаку в центре Твери ведется в соответствии с графиком. Регулярно ход работ проверяют представители горадминистрации. Проводятся выездные совещания для того, чтобы в рабочем режиме решать возникающие вопросы. На сегодня подрядчик оградил стройплощадку, проложил технологический мостик для передвижения рабочих, а также установил систему видеонаблюдения. Планируется, что виадук станет одним из знаковых объектов областного центра. Параллельно власти города призывают земляков выбрать название нового объекта. Среди вариантов – Монастырский, Никольский, Арочный, Федоровский, Памятный, Княжин, а также мост гимназистов. Участники опроса могут выбрать любой понравившийся, либо предложить свой вариант. Голосование идет в социальных сетях и на официальном сайте администрации Твери в рубрике «Опросы». Администрации города Твери недавно на интернет-порталах был объявлен конкурс на название данного моста, поэтому мы всех жителей и гостей города в том числе приглашаем поучаствовать в нашем обсуждении и выбрать одно из тех множества названий, которые предложены на нашем сайте.